Всем привет, друзья! С вами канал Short Fuse, а это наш самодельный снегоход, на который в прошлом сезоне был установлен новый 18-сильный двигатель Charmax. Полный обзор, сравнение с аналогами, а также обкатку и испытания этого мотора можно посмотреть на канале в ранних выпусках. И в этом сезоне мы решили немного его доработать. Заменили штатную систему зажигания, установив контроллер, формирующий угол опережения в зависимости от оборотов двигателя. А также вместо родного карбюратора установили ставший уже народным PZ-30 с ускорительным насосом. Если кто не знает, PZ-30 – это китайская копия японского карбюратора Кейхен. Весь необходимый комплект запчастей был заказан с Китая, а именно, сам контроллер, довольно компактный, но, к сожалению, без проушин для крепления, разъемы для его подключения, здесь мы уже заранее подготовили и обжали провода. Также универсальная мотокатушка зажигания и датчик холла, под который изготовлен самодельный кронштейн. Еще для наглядности и более точной настройки на двигатель закрепим шкалу углов опережения зажигания. Обороты будем считывать с вариатора, поэтому датчик холла установим напротив ведущего шкива в штатные резьбовые отверстия двигателя. Как тут и был. Шкалу углов опережения прикрутим рядом, в наиболее удобное место. Устанавливаем вариатор. С помощью отвертки, вставленной в свечное отверстие, находим верхнюю мертвую точку. Точку, в которой поршень максимально удален от оси коленвала. Отмечаем это положение на шкале, напротив 0 градусов. При запуске на родной катушке наша метка сместилась примерно на 25 градусов. Это и есть штатное, постоянное опережение зажигания. Выставляем нашу метку снова на 0 и дублируем прямо напротив датчика холла. Позже эту метку ВМТ мы будем переносить и на обратную сторону вариатора.
Доворачиваем шкив по часовой стрелке на 9 градусов. Это будет конец пластины, задающий начальный угол опережения зажигания. Довернем шкив до 25 градусов и делаем третью метку. Это будет начало пластины. Теперь мы знаем, где расположится управляющая пластина датчика Холла. Так получилось у нас. Для наглядности продублируем метку ВМТ на обратной стороне вариатора. Если приложить транспортир, то видно границы пластины. Между 9 и 25 градусами. Важно крепежные болты закрутить в потай, чтобы они не выпирали за границы пластины и не давали ложных сигналов на датчик. Подключаем контроллер по этой схеме и запускаем двигатель. Теперь на холостом ходу угол опережения зажигания 9 градусов. При повышении оборотов он плавно увеличивается до 25-30 градусов. В таком режиме двигатель работает мягче и легче набирает обороты. С зажиганием разобрались. Теперь карбюратор. Итак, долгожданная посылка из Китая. Карбюратор PZ30. С виду неплохого качества. Два управляющих троса. Бонусом положили ручки на руль. И мы тоже найдем применение. Это все. Крепление этого карбюратора не подойдет на двигатель. Требуется изготовление переходной проставки. Мы сделали сразу две штуки, но поставим ту, что короче. Выглядит это следующим образом. Убираем штатный карбюратор вместе с корпусом воздушного фильтра. Они нам больше не понадобятся. Наша проставка крепится на короткие шпильки, которые мы сделали из болтов, отпилив им шляпки. We'll be right back.
Между двигателем и проставкой мы оставили родную прокладку. А вот теперь ставим новый карбюратор. Но, к сожалению, наш снегоход никуда не поехал. Нет, двигатель с этим карбюратором запустился с первого раза и уверенно держал холостой ход, но при этом абсолютно не развивал обороты под нагрузкой. Причина тому – главный топливный жиклер недостаточной производительности, который сильно беднил смесь, и регулировка иглы карбюратора никак не решала проблемы. Не имея под рукой набора разных жиклеров, пригодился набор сверел. И путем тестовых выездов с постоянным контролем состояния свечи мы пришли к сверлу диаметром 1,16 мм. Которым вручную рассверлили жиклер. Тут главное не торопиться и не сломать сверло, так как вынуть его обломок потом будет очень проблематично. И снегоход поехал, а точнее полетел, как никогда раньше. После поездок в разных режимах работы двигателя, осмотр свечи показал светло-коричневый нагар, что очень даже неплохо, но быть может стоит еще немного рассверлить жиклер. Вы как считаете? Напишите в комментариях. Вы только послушайте, как он ровно и тихо работает.
А теперь мы вместе с вами можем посмотреть результат проделанной работы, а также сравнить динамики, доработанный 18-сильный снегоход против 20-сильного. Раз, два, три. Результат вы увидели сами. После доработки 18-сильный снегоход практически не уступает 20-сильному. На этом на сегодня все. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Бюджет доработки двигателя. Контроллер обошелся в 700 рублей. Катушка зажигания стоила 400 рублей. Датчик холла 150 рублей. Разъемы для подключения обошлись в 300 рублей. Ну и карбюратор PZ30 вышел в 2600 рублей. Итого 4150 рублей.